Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чарано Даям Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Банча Калпатару Вашаки Пасинду Бхаваша Патитанам Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирам Яткипатамханг Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесавасар Кришна Бхакти Прадидеви Саттаваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамадакша Джагот Барана Деям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Хачандамани Чатая Бисфуриджита Кимапигапавадуши Вадарши Пурунану Рагара Сасагара Сара Мурти Сара Адикама Икада Кифан Кароси Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита хужоу канука бодато, Шанкиртаной капитару камала ятакшо, Вишам бару дижа бару жугадхарм палоу, Банде жагат приякару. Каруна Аватару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дипди Барупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупен Садханаранам Ганга Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Парам Барану Сипурапати Бхажави Шанатам Баги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасасте Хидая Самбит Там Нишинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Савайпун сампару дхарму, яту бхакти радхакшаже, ахетуке апратихата, джаятмасу прасидхати. Савай пунг сампару дхармо, яту бхакти радхакшаже, ахитуки апратихата, джаятмасу прасидхати.
Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guruji told, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что сатсанга тьяка и вашнавачар, отказ от сатсанги, это есть подлинное правильное поведение вайшнавов. Мы не должны получать сатсангу, мы должны всячески избегать ее. Если мы совершаем сатсангу, Шрила Прабхупад говорит, если мы совершаем сатсангу, то это несомненно значит, что мы избегаем сатсанги вместе. Сатсанга и сатсанга, они не могут быть параллельно Шри Чайтанья Махапрабху за всю свою жизнь, всю свою лилу, и жизнь его спутников, как Сварупа Госвами, Рамананда, всех и каждого. Они показывают нам Харидас Такур. Я знаю, что Майявада Санга, она более опасны, чем сахаджи санга. И те, кто оскорбляют вайшнава в общении с ними, еще более опасны, чем общение с сахаджиями. Есть такая сравнительная степень. И вот Намачарья Харидас Такур никогда не хотел совершать асатсангу, поскольку он знал, что с асасангой мы не можем повторять харинам, это невозможно. Мы можем вспомнить Харидас Такур, он даже давал свою милость такой попадшей женщине, проститутке. Ее звали Лакахира. Харидас Такур он ждал. Он мог уйти сразу же, как она пришла к нему, но все же Харидас Такур ждал и наблюдал, как же дать милость этой женщине, и поэтому Харидас Такур ждал с полным терпением, иначе он мог сразу же уйти. И вот в течение трех дней Харидас Такур он повторял харинам только ради удовлетворения Верховного Господа, а не ради чего-то другого удовлетворения, для того, чтобы спасти эту проститутку. Харидас Такур с таким большим терпением ждал три дня, чтобы спасти ее, но все же можно вспомнить Рамачандра Кхан. Харидас Такур, он был милостив к этой проститутке, но Харидас Такур, он не был милостив к этому Рамачандра Кхану, который совершил такое оскорбление. Харидас Такур, он не был заинтересован в спасении Рамачандра Кхана, поскольку тот совершал оскорбление в адрес преданных, в адрес Нитьянанды и других, и поэтому он не пролил на него никакой милости, и поэтому можно также вспомнить, когда один материальный поэт, Сахаджи, он пришел, но вначале я хочу сказать то, что Гопал, Бхагавандас, Бабаджи Махарадж, Бхагавандас, not Бхагаван, actually, Бхагават, you see, one Gaudiya Parshad. И вот один Гаудия Паршад, Бхагавандас, он был в Пурушоттам Даме. There actually, и там his brother, Gopal, его брат Гопал, coming from Varanasi. Он пришел из Варанаси. His brother is a very, его брат был он. You know, personal associate of Gauranga Mahaprabhu. Был спутником Шри Чайтаньи Махапрабху, в этом нет сомнений. But his brother, а его брат Гопал пришел из Варанаси. After hearing Шарирак Бхашья, услышав Веданта Бхашья, Веданта Бхашья Майявади, after learning, и вот после изучение этой Майявады в Варанаси, он пришел в Пурушоттам
даму, и этот Бхагаван Дас попросил Сварупа Госвами, пожалуйста, сделай так, чтобы мы могли слышать Веданта Бхашью от Гопала, моего брата. Сварупа Госвами сказал, твой брат пришел с Варанаси, а ты Удар Гопал, твое сердце очень открыто. Гопал значит, тут те, кто попал, пасут коров, и твое сердце, оно открыто. Поэтому ты не думаешь, что такое хорошее, плохое, что нужно делать, что не нужно, но что ты несешь. Это он изучал Майявада Бхашью, и как мы можем ее слушать, даже великие преданные, они слушают Харикатху, повторяют Харинам долгое время, и все же, если они будут слушать объяснение Майявады, то это может стать причиной их падения. Я могу привести много примеров, что из-за асатсанги некоторые оставляют сатсангу. Это происходит из-за того, что у людей не было достаточно твердой веры. И такое состояние, оно преобладает везде, где нет. Не то, что Рамануджачарья. Не только Рамануджачарья встречался с такой проблемой, Мадхвачарья также. Они хотели убить Рамануджачарью с помощью яда, отравив его пищу, Чарнамриту. И таким образом везде. Это не новое что-то, это часто бывает. И не только Рамануджачарья, но также мы видим Мадхвачарья и все остальные. Если изучить их историю, то их биографию, то можно видеть, что всегда практически есть какие-то конкуренты, хотят подавить соперника своего, и так часто происходит. Сварупа Госвами, он говорит, как ты можешь предлагать, чтобы мы слушали это объяснение Майявады, это невозможно. Но помните, когда к Махапрабху пришел с какой-то Сахаджия Кави, с Бангладеш, это с Бенгала. И вот один поэт пришел в Пуршоттам Даму, и можно вспомнить, он написал что-то о Гауранге Махапрабху и Джаганнате. И он хотел цитировать это свои стихи перед Махапрабху, но кто-то... You all speaking, the writing is very good. You all speaking that writing is very good. Okay, let me check. Because it was a rule that first of all, Sarupa Gosai can check up. After that, Sarupa Gosai. Но Махапрабху установил правило, что сначала Сварупа Госвами приносит то, что проверяет то, что ему приносят. И если в этом нет никакой седанта Вирота или посиданта, то тогда можно будет потом показать это Махапрабху. И вот когда все преданные в Гамбира Мандире собрались все вместе, Сварупа Госвами тоже там был, и этот Кави начал читать свои стихи. Material Kavi, going to hear what he has written. After that, when he is going to speak the first slok, only first slok, immediately Sarupa Gosai became very fire and speaking, you foolish, you are going to commit aparad unto the Lord of the Sarupa Gosai, unto the Lord of the Lord of the Sarupa Gosai, Sarupa Gosai speaking, he was committing aparad, unto the lotus feet of Jagannath, and also unto the lotus feet of both Mahaprabhu.
Поскольку ты в своих стихах проводишь разницу между трансцендентным телом Бхагавана и его божествами Шримурти. Бхагаван и его сварупа не отличны друг от друга, а ты пишешь наоборот. И вот Сварупа Госвами, он был недоволен им и в итоге дал ему ценный совет, то, что ты пишешь свои стихи, которые совершенно неправильны в смысле Сиддханты, и такого не следует делать. И вот он дал такой совет. Непрерывно. Ты должен общаться со спутниками Чайтаньи Махапрабху. И вот он дал такой совет этому материальному поэту. Ты можешь узнать Сиддханту, когда ты сможешь общаться со спутниками Гуранги Махапрабху, с его преданными, иначе нет. Сиддханту болия читте на кору алас, иха хойте кишне лаге шудиро манус. Don't show lethargy, don't become lazy. Не будь ленивым, чтобы узнать шастра Сиддханту. Иначе ты никогда не сможешь обрести бхакти. Я говорил то, что может. Наш Судама-випра очень беден. И вот из-за своей бедности есть, я могу привести тысячи примеров, что из-за бедности или из-за каких-то других слабостей люди вынуждены совершать асатсангу. Как те, кто люди из-за бедности чувствуют какие-то проблемы, что случается, идут в какие-то христианские или мусульманские эти организации, у них такая тактика проповеди, что беднякам помогают всячески, чтобы они приняли их религию. И много случаев таких. И во время буддизма то же самое было. Тоже заставляли, принуждали людей принимать буддизм во время Шанкарачари. Шанкарачарья тоже так или иначе хотел защитить Веды, но это не защита. Но это не подлинная защита. Шанкарачарья хотел показать то, что мы следуем Веде. Мы должны выражать почтение Ведам. Но Шанкарачарья, он более опасен, чем Майявади. Поскольку он показывал, что он следует Ведам, но сам не следовал. Хотя можно тоже видеть, что некоторые люди носят тилаки, заявляют, что они следуют всему, но по факту ничему не следуют. И также Шрила Прабхупада сказал, когда те сахаджи хотели побить Шрилу Прабхупаду в Пурушоттам Даме, Бхактивинода Тхакур сказал: хорошо, езжай в Враджапаттан, в Навадвипдаму, и он дал Харинам Малу Шриле Прабхупаде. И на этой мале Шрила Прабхупад начал повторять 100 кроров святых имен. И когда наша Гуру Барга и Панчататва, и вот и потом Гуру Барга и Панчататва явились
к Шриле Прабхупаде и сказали, что ты должен отправиться проповедовать. И что он ответил, что мне нет ни денег, ни людей, ни никого, как я один могу проповедовать. И Панчататвы Гурвага сказали, мы пошлем тебе все, что нужно для проповеди, начинай. И хотя деньги, конечно, это не, далеко не главное, но все равно нужно для проповеди. Иначе люди будут думать, что очень дешево. Шрила Прабхупад говорит, мы пригласим каких-то важных людей. И в то же самое время напишем на воротах, и вход воспрещен. Иначе люди будут думать, что какие-то дешевые сады. И это секретный вечер. Без денег и власти, как можно проповедовать, и Шрила, и Гурварга, и Панчататва, они сказали, что мы пошлем все, что нужно. И таким образом началась проповедь. И здесь наш Судама Випра. Он великий проповедник, да или нет? Много раз я говорил, и завтра буду говорить, что Ваджаваси, они лучшие проповедники, но если посмотреть, как они проповедуют, ходят в грязной одежде, пасут коров, и в чем же их проповедь? Почему они лучшие проповедники во всей вселенной, во всех вселенных? Вот Ваджаваси считаются они лучшими проповедниками, но как? Поскольку далеко не все могут принять их проповедь, кто может принять проповедь этих Ваджаваси пастухов? Но что такое проповедь? Проповедь — это огромная любовь к Бхагавану. И они всегда воспевают славу Кришны, но кто уделяет внимание им, они просто пастухи, пасут коров и все. Они больше ничего не делают. Удав думает, что я великий проповедник. И вот Удав не из-за ложного эго, он так думает. Нельзя так говорить, что он из ложного эго возгордился, но все же какая-то мысль у него, что я знающий человек, я гьяни, я могу рассказать им, кто такой Кришна, я знаю Таттва-Вигьяну Кришна. И вот у Удавы была такая небольшая гордость, что я знаю Кришна-Таттву. Если кто-то в какой-то проблеме, я могу подсказать ему, как выбраться из нее. Как Гаур-Кишор Бабаджи Махарадж никогда не проповед... не говорил о том, что он проповедник, но мы в его мантре, его пранамантре, там говорится «Сакшат Вайраги Муртая». Там вот такие слова говорят, говорится, что он Парамхамса Ачарья Варья. И вот Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он никуда не ходит, не ездит, просто повторяет Харинам, сидя в Каупине на Гадруме, но наша Гурварга говорит, что он лучший из проповедников. И если понаблюдать более внимательно, что он здесь во всем мире, поскольку Ачарон, его идеальный характер, его поведение — это есть его проповедь. И поэтому можно сказать, что он Парамхамса Ачарья Варья. И таким образом проповедь Гауди Матха имеет такую особенность. И завтра я расскажу о том, что Ваджаваси — они лучшие из проповедников, хотя внешне сложно это заметить. Удав, он думал, что он знает Кришна Таттву и может проповедовать. Если кто-то находится в какой-то проблеме, то я
Ему. И вот Удав был послан Кришной во Врачну, все же думал, что может рассказать Нанди Ясоде и прочим гупе Кришна Таттву, и они могут избавиться от своих проблем. Если они узнают, что такое Кришна Таттву, то они могут избавиться от своих горести. But it is actually totally wrong Siddhanta, not that. Uddhav discovered is totally wrong, not true. This way. Но потом Удав, пообщавшись с Раджаваси, понял, что он ничего не знает. И Судамавипра, он лучший из проповедников. Почему мы обсуждаем это? Поскольку он великий проповедник, у него есть великая чистая преданность внутри его сердца, и поэтому его ачарон, его характер, его поведение, они все дают нам пример. Он, его ачарон, его пример, его жизни, он может помочь нам. Что такое ачарон? Ачарон значит Кришна Бхакти. Ачарон значит Кришна Бхакти. Acharan doesn't mean I can take 10 times. I can cloth. I can wash my clothes. Acharan не значит 10 раз в день стирать одежду и совершать ачаман много раз. Нет. Acharan это то, сколько любви у нас есть к Кришне и сколько безразличия к другим вещам, которые не связаны с Кришной. Кришна итара. Things which have no connection with Krishna Bhajan. Krishna Tara Vastu means. Krishna Tara Vastu значит. If you discover that this thing has no connection with Krishna Bhajan, you control. If you find your shop. Вот. Just opposite. Если мы увидим, что наши дети, например, не имеют никакой связи с Кришна Бхаджаном, то. So. To develop detachment, и развить непривязанность к таким вещам, которые не развить безразличие к вещам, которые или к явлениям, или к людям, которые не связаны с Кришна Бхаджаном. И вот развить такую непривязанность безразличие к вещам, которые no relation с Кришна Бхаджаном. You can discard. Because we know. Поскольку мы знаем. Anukulya sankalpa. Anukulya sankalpa. Pratikulya vibharjanam. Rakshasya sheti. Gaptitya varunam yatha. You know? Rupa Goswami Prabhupada. Я Рупа Госвами написал такой стих. Pratikulya vibharjanam. Решимость. У нас должна быть решимость принять все благоприятное для Кришна Бхаджана и отказаться от неблагоприятного, если весь мир не принимает эту харикатху, но все же мы должны говорить харикатху для удовлетворения, для полного удовлетворения Кришны. Мы должны помнить, что если мы уделяем внимание тому, как люди будут воспринимать харикатху, то в этом случае вы не сможете говорить, поскольку харикатхана происходит для удовлетворения Верховного Господа, а не обычной публики. И вот Судамавипра, у него не было привязанности никаким вещам в этом мире, и только те, кто развили привязанность лотосным стопам Кришны, естественным образом у них развивается непривязанность, безразличие ко всем материальным вещам, которые не связаны с Кришной. Вот то, что Бхакти Анукул, то, что благоприятно для Кришны Бхакти. Хотя у многих уходит вся жизнь, чтобы понять, что такое благоприятно для Кришны Бхакти, а что неблагоприятно. И вот Гурупад Падма говорил, что для многих просто понять, что благоприятно для Кришны Бхакти, а что нет. У многих уходит не одна жизнь, а несколько жизней, чтобы понять, что такое Бхакти Анукул и Бхакти Пратикул.
И особо мы находимся в таком обществе, где все противоположное, все противно Кришна Бхакти. Но все равно мы должны продолжать говорить об абсолютной истине ради удовлетворения Кришны. И вот Судама Випра, он поет. Ко Кришнаха Синикетанаха Брахма Бандурити Смахам Бахубхям Парирамбитаха Кахам Даридраха Папияна Ко Кришнаха Синикетанаха Брахма Бандурити Смахам Бахубхям Парирамбитаха Судама Випра with humble heart. Судама Випра с великим смирением. Он плакал, повторил Харинам и говорил: «Я падшая душа, очень бедный браман, и где же Кришна? Он Синикетана, он обнял меня». И как это возможно? Брахма Банду Рити Смахам Бахубхям Парирамбитаха. How Krishna allow me to sit in the Krishna позволил мне сидеть на его собственной постели, где он спит со своей Рукмини. И вот после этого Кришна, он служил ему, массировал его стопы и омыл их, совершил поклонение. И я уже сказал об одной сиддханте, и хочу напомнить. Сейчас я цитирую шлоку 18. И вот Судама говорит, он поклонился мне как полубогу. Как можно видеть, что в этом мире многие люди поклоняются полубогам? В Северной Индии, в Вридаване, в Харидваре. Есть такая пословица. Все домохозяева почти, они вот такую песню поют. Что, дай всякого семейного благополучия, избавь меня от всех проблем, и джай джагадиша хари. На хинди это звучит более такой поэтичный в рифму. Сука сампатти айе гарка, all material bliss and different kind of facility. Вот они, в общем, в этой песне говорится о том, чтобы Господь послал все материальные виды благополучия, избавил от всех болезней, проблем и прочих неприятностей. И вот ради этого совершают арати Господа. И можно видеть, что многие люди совершают гирирадж парикраму, тысячи людей, но нельзя найти... Даже одного, конечно, можно найти, но крайне редко какие-то преданные могут быть, но множество таких посторонних людей, которые просят всякие материальные блага у Гирираджа, но думаю, что Гирирадж — это их слуга, и будут исполнять все их желания. Они принимают там Амавини в Радакунде, хотя мы боимся даже прикасаться к ней, но они прыгают в Радакунду с такими мыслями, чтобы Амавини исполнило их все материальные желания. И таким образом можно наблюдать, что большинство людей хотят занять Кришну служением себе. They like to stop Prabhupada speaking Harikatha. They like to kill Prabhupada. Because otherwise their market become dull. Или можно видеть, какие-то проповедники тоже пытаются как-то остановить других проповедников, которые не боятся говорить об абсолютной истине, чтобы их рынок проповеди приносил прибыль.
Вот Кришна показывает, как он своим примером показывает, как нужно поклоняться преданному, как выражать почтение ему. Вчера я говорил, Шанкар Бхагаван говорит Деви. Арадхананам сарвешам, Вишну арадхананам парам. Арадхананам сарвешам. Среди всех видов арадханы, поклонения, поклонение Вишну, оно наивысшее. Это более важно, поклоняться чистым преданным. Которым служит Кришна, иначе почему Кришна принимает, он омывает лотосные стопы преданных Раши Муни, которые пришли в эту Раджасвая Ягью. Раджасвая Ягью, вы слышали, не? В то время это было Индропрастха. Это там происходило сейчас. В Дели переименовали. Хастинапур там рядом с Миратом. Там крупнейшая сахарная фабрика. Мират. Just near. Just near Mirat, only 10 to 15 kilometers, Hastinapur. And Delhi, what you speak Delhi at present, that is actually Indraprastha. You don't know. Indraprastha. Follow. So actually, Indraprastha. In the whole universe, там, this kind of jagya were never witnessed. Они организовали крупнейшую ягью, Раджасвая Ягью. Она, Кришна, организовала крупнейшую ягью. Он позволил Юдхиштхира Махараджу совершить эту ягью. Конечно, нама-ягья более важна, и харикатха более важна. Может, мы не Юдхиштхира Махараджу, у нас нет таких денег, чтобы организовать Раджасвая Ягью, но нама-ягья, она более важна. У нас нет надежды, ожиданий что-то получить от других. И такая преданность, она очень редка. Даже полубоги Риши Муни. Такая преданность, которая показана Судама Випрой, она очень редка. Что я хочу сказать, вот в этой Раджасвая Ягье, которое происходило в Индропрастхе. Она была очень дорога. Огромное количество денег потратили на эту Раджасвая Ягью. Эта ягья была организована Кришной и Юдхиштхира Махараджа. Организовал ради удовлетворения Кришны, а не для того, чтобы наслаждаться независимостью. Люди могут говорить неправильно, что Юдхиштхира Махарадж хотел полной независимости, но нет, если более внимательно изучать шастру, то можно видеть, что Юдхиштхира Махарадж слушал только Кришну, следовал ему. Кришна посоветовал ему совершить Раджасвая Ягью, и вот он по совету Кришны ее организовал. Почему только для удовлетворения Кришны, но никто не замечает это? И вот там в процессе Раджасвая Ягьи Кришна, он попросил одно служение. То есть в этом в процессе Раджасвая Ягьи есть несколько департаментов, которые занимаются там готовкой, гостей встречают, самой Ягьи, закупкой продуктов, их приготовлением, раздаванием пожертвований, финансированием всего и прочие департаменты. Те, кто раздают просад, те, кто собирают просад.
thousand lakhs of people, so they are dumping. You cannot believe. You can go with me to Vrindavan, Baldavji Maharaj. Нет, в Вриндаване, там есть Барадауджи, большой Дауджи. In Gokul. В Гокуле. Never been there. You been there? Кто-то там был или нет? И вот там есть большой Дауджи. Dauji, и этот Дауджи, эти Враджаваси обнаружили его в одном водоеме. Они выкопали и вытащили его. Но этот водоем, он известен как Дауджи Кунда. Этот, вот водоем известен под этим названием. Я слышал от Враджаваси, что он использовался как емкость для Парамана. Если ordinary people cannot cook for 5,000 people, but I have seen in Vrindavan. Обычный человек для 5,000 человек не может заготовить. Но я давно не видел, что готовили емкости для 20,000 человек. И она огромная была, эта емкость. В Раджастане, в одном месте, я забыл, как называется, когда я был маленьким, мои родители, они были там в паломничестве и показали, там фотография была какой-то емкости железной для готовки, которая была вот огромных размеров, так метров, сколько-то, метров 10-15 в диаметре. Вот это и больше. И вот там какой-то был сиддамуслим. Дорга его звали. В общем, там готовили еду какую-то постоянно и распространяли, но мы привыкли все сравнивать с собой и своим собственным опытом, что может быть вот как у нас, или там чуть побольше, или... Но пока мы находимся в обусловленном состоянии, мы не можем избавиться от этой концепции. Нам, если что-то кто-то говорит, то мы сравниваем это со своим опытом, что может быть вот такое, как у нас, или чуть-чуть побольше, но если что-то гораздо больше, то далеко не все могут даже представить это. Есть такое понятие, что находится за пределами нашего понимания и представления. И таким образом Кришна, он поклонился всем преданным. Юдхиштхира Махарадж спрашивал, какое служение вы хотите взять? И Кришна сказал, я хочу взять служение омывания лотосных стоп всех преданных, которые приходят на эту раджасу и ягью. И таким образом Кришна показывает нам, как нужно поклоняться Брахманам и Вишнавам. И вот Судама продолжает, Кришна поклонился мне как полубогу, и он здесь произнес очень прекрасную сиддханту. Если вы совершаете служение Гуру Вайшнавам, практически видел. В Лиле Гуру Махараджа и других великих преданных, я видел, что приходили какие-то очень бедные преданные, даже не могли два раза в день поесть, настолько они были бедны. И вот они начали совершать гуру-севу. Они не просили у Гурудева, чтобы дал им денег, еще что-то, а просто внутри сердца хотели, было у них такое желание, чтобы как-то разбогатеть, хотя они до этого были настолько бедны, что сложно описать их бедность.
то у нас хотя бы что-то есть, у них вообще ничего не было. И вот практически можно, в Дели, например, есть такие преданные были, очень бедные, и вот они плакали перед Мадхава-госвами Махараджа, что Махарадж, у нас все так плохо, что даже там поесть два раза, не то не можем. И вот когда Мадхав Махарадж был в Дели, они приходили и так просили. У него однажды Мадхав Махарадж дал ему одну рупию, двух рупий монету, точнее. И сказал, что, чтобы положили ее на Лакшми Асану внутри домов домохозяев. Далеко не всегда. Там есть место для Радхарани или для еще кого-то. Но для Лакшми, как правило, всегда есть место. И вот они просят. Он сказал, чтобы положил, они положили две рупии рядом с Лакшми. И вот этот человек пошел к своей жене, сказал, что Гурудев дал ему две рупии, попросил положить в то место, где Лакшми у нас, божество Лакшми, и пускай лежат, и потом, не поверите, эти преданные очень разбогатели, буквально начали десятки миллионов зарабатывать, хотя до этого Рамбаба его звали, он оставил тело уже, отец его, но сын Шамбаба его звали. Зовут точнее. Хотя вот он сказочно разбогател после этого случая. Но мы не должны просить денег или богатства у Гуру Вайшнавов, если мы совершаем служение, чтобы ради денег, то в этом нет ничего хорошего. И в жизни моего Гуру Махараджа тоже такое происходило, какие-то преданные сколько старики. Не хочу имя упоминать. Он был очень-очень беден, был этим нищим. И вот он пришел к Гуру Махараджу, начал плакать, что-то поклонился, что-то дал. Начал как-то служить Гурудеву. И после этого он очень разбогател. Даже не мог сосчитать, сколько у него денег. Но наша Гурварга, я видел, они никогда не злоупотребляли никакими деньгами. Но сейчас это во всех организациях проблема, то, что злоупотребляют деньгами или не могут их употребить в должном направлении. Но я знаю, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж однажды в Дехрадуне, ну, может, не в Дехрадуне, но где-то там, в той области, рядом с Дехрадуном там есть место. И вот после, вот он проповедовал в том месте и уезжал с того места. Уже сел в машину, и водитель поехал, и его севак был там, и один нищий. «О, Махарадж, подождите, хочу вам что-то дать». И этот нищий уличный попрошайка сказал: «Подождите, я хочу вам что-то дать». И севак сказал: ну, едем дальше. Мадхав Махарадж сказал: нет, остановитесь. И это великолепие Махараджана. Мы заняты какой-то материальной жизнью, критикуем кого-то или еще что-то. Но великие Махараджаны заняты всегда Кришна-севой. Вот Мадхав Махарадж сказал, чтобы остановился, вышел, спросил, что ты хочешь дать, и этот нищий дал какое-то маленькое пожертвование Мадхава Махараджа. И тот взял его и благословил его, и поехал дальше.
Можно наблюдать некоторые сайясти, меньше чем там, 10 или 100 долларов не принимают. Но вайшнавы не заинтересованы в деньгах или в каком-то богатстве. Вот можно наблюдать в Раджа. Вот Махарадж, когда был на Радакунде, он говорил Харикатху, цитировал Бхагаватам для Сурья Нарайана Бхагавана. Каждый день несколько часов. Потом просил подаяния и... И там был один слушатель всего. И Бхактивинода Такур тоже в Сванада Сукада Кунджи, когда говорил Харикатху, был только Кришнадас Бабаджи Махарадж, иногда Горкишодас Бабаджи Махарадж приходил и слушал. Это очень редко. Мы не можем надеяться, что люди смогут принять абсолютную истину. Принять, чтобы принять абсолютную истину, нужно возвыситься на уровень этой абсолютной истины. Находясь на низком уровне, нельзя ее принять. Нужно возвыситься на тот уровень, где эта абсолютная истина находится. Но отсюда нельзя ее... Нельзя ее принять, находясь на гораздо более низком уровне. Шрила Бхактивинода Такура пишет киртаны. У Бхактивинода Такура очень замечательные киртаны. Он написал много киртанов в Баджан Рахасе и прочих книгах. You are not climbing the tree. Bhaktivinoda was speaking. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, что некоторые люди совершая баджан, даже не могут продвинуться на сантиметр. И он приводит такой пример, что некоторые люди пытаются собрать фрукты с дерева, с высокого дерева, но не могут даже залезть на сантиметр на это дерево. Even you are not going to take trouble to climb the tree. Oh, mango, mango! You are tired. How you can get? То есть, чьи-то попытки баджана сравниваются с людьми, которым лень залезть на дерево, но пытаются как-то мечтать о том, чтобы сорвать эти плоды с дерева. Я не знаю, что будет в будущем, но сейчас то, что я наблюдаю, и то уже плохо. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. И вот, поклоняясь Кришне, будьте осторожны, если вы заинтересованы в том, чтобы обрести Кришну прему. Никогда не ожидайте денег, положения, даже от отца, матери. Они могут дать вам что-то или могут не дать. То, что у нас есть, мы должны довольствоваться этим. Все сиддхи, поклоняясь Гуру Вайшнавам, что мы не можем обрести? Поклоняясь Гуру Вайшнавам и Бхагавану, все сиддхи, которые мы хотим обрести, мы обретем их. Но мы не должны стремиться к этому. Эти сиддхи – это что-то очень простое, временное, не вечное, не стабильное, даже на небесах. Я обещаю вам, сидя на Вьясасане, Индра Махарадж, если даст свое богатство мне, я откажусь от него, я не приму его. Я не хочу стремиться к богатству, поскольку это основа.
любые какие-то привлекательные вещи, приманки, они не могут... То есть Гуру Вайшнавов нельзя привлечь никакими приманками. Как определить чистого Гуру Вайшнава? Любые привлекательные вещи, они не привлекают их. Они не привлекают чистого Гуру Вайшнавов. И здесь говорится, даже на небесных планетах, так много богатств. На Расатале, Бхурбхувасвах и прочих, там тоже множество привлекательных вещей. И вот там множество богатств. А Сутала, она более богата. Внешне в Бхагаватам говорится, что Сутала, те виды богатств, которые можно найти на Сутале, сложно даже представить, они даже больше, чем на райских планетах у Индры. Там Бали Махараджа дали это место. Бали Махарадж. Ему дали положение на этой Сутале. На Расатале, точнее. И вот там он мог наслаждаться большим богатством, чем полубоги. Но что толку от этого? So, sargap barga yuhu pungsam, rasayam bhubi sampadam, sarvasam upi siddhinam, moolam tat charanarchanam. By worshipping the lotus feet of Hari, поклоняясь лотосным стопам Хари, все, что вы желаете, надеетесь, вы сможете это обрести. И вот Судама Випра, он Нишкинчан Вайшнав, великий преданный. Судама Випра, он великий преданный. Мы должны узнать от Судама Випра многое, даже если есть бесчисленные богатства в Двараке, но смотрите, это Судама Випра не ожидал даже ни одной золотой монеты от Кришны. Не прося ничего, с полным удовлетворением Судама Випра ушел от Кришны к себе домой и думал, мой друг настолько велик. Он в уме думал, что мой друг Кришна, он очень велик, настолько велик, что он не дал мне никакого богатства, поскольку мой друг знает очень хорошо, что если бы я обрел какое-то богатство, то он знал, что если даст мне что-то, какое-то богатство, то он, я забуду его, поэтому он мне ничего не дал. Я не рассказываю никаких историй. Я могу показать множество примеров, что кто-то служит Гурудеву Кришне, люди становятся очень богаты, но это их, они думают, что это их прибыль от служения Гурудеву. А такие люди заняты подсчетом прибыли и убытков. Но они думают, что деньги — это суть всего, но внутри их можно наблюдать пустоту. Я три раза повторяю это слово. И Бхагаван таким образом обманывает людей, давая им какое-то внешнее материальное благополучие, но духовное озарение они не получают. Actual kipa of realization,
подлинная милость Гурудева — это духовное осознание. А можно наблюдать, что какие-то люди внешне совершают Гуру-севу, но такого духовного озарения может у них не быть. И вот Судама Випрабху думал, что мой друг Кришна, он настолько велик, что он даже думал, что если я дам ему какое-то богатство Судаме, моему другу, он забудет меня, и поэтому лучше ему ничего не дам. И вот смотрите, Парамхамса, он всегда говорил позитивное. И вот те, кто ачарьи, они, несомненно, парамахамсы. Те, кто подлинные ачарьи, те, кто совершенные ачарьи, те, кто парамахамсы ачарьи, у них нет неудовлетворения. И вот у них нет никаких желаний. Нет никаких надежд что-то получить, но все же они говорят так. Все ачари, Гуру-кишвадас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Тхакур, Кешава Госвами Махарадж, все. Кто-то может заявить, что они критикуют, но нет, они не критикуют. Но они вынуждены говорить таким образом, иначе они не могут... They cannot check your downfall. Предотвратить наше возможное падение. То, что мы можем пасть. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, чтобы предотвратить неправильное положение в этом мире, это внешне неприятная обязанность Гауди Матха. Конечно, у нас есть независимость, чтобы называть это критикой, но если кто-то Парамхамса, у него нет никакого материального интереса. И... Если вы не верите, как можно проверить какого-то Парамхамса Вайшнава, можно закрыть его в комнате на долгое время, и такой Вайшнав даже целый год может сидеть в одной комнате и не чувствовать никакого неудовлетворения. Если обычного человека на 10 минут закрыть в комнате, то уже начинает возмущаться. Или какое-то время, но все равно начинает возмущаться. Мы привыкли совершать парикраму во Вриндаване, иногда очень жаркое солнце, даже там 10 минут нельзя под этим солнцем находиться, приходится проходить по десятки километров без еды, просада, потому что негде по дороге есть и пить. Таким образом мы совершали парикраму, и такой энтузиазм должен быть в нас и в нашей жизни. И тогда мы сможем совершать баджан. У нас должна быть вера, что Кришна, Он благословит нас. Кришна, Он может благословить нас. Мы должны иметь такую полную веру, то, что Кришна, Он благословит нас. Кто-то заявляет, что мы тоже совершаем баджан. Я ученик самого Сридхара Махараджа. Но некоторые люди так гордятся, но чистые гуру Вайшнавы, они не заинтересованы в том, чтобы критиковать кого-то, но иногда вынуждены говорить. Если бы Гуру Кишвадас Бабаджи Махарадж не говорил об этом, то как мы могли бы узнать? И вот если бы Гуру Кишвадас Бабаджи Махарадж сказал, что не нужно идти туда, там, где читают Брахмагиту. Вот кто-то сказал, что там какая-то харикатха, какие-то преданные, тысячи людей пришли слушать, но Гуру Кишвадас Бабаджи Махарадж сказал, что ничего хорошего нет. Как на каком-то углу с проститутками, там тоже много людей собираются, но это не значит, что там какая-то харикатха происходит.
И еще он сказал, да, что место, где сидел этот спикер, этот лектор, то это место осквернено, нужно 20 футов вырыть там эту землю, выкинуть и заменить глиной с Ганги. Ну, какие-то люди воспринимают это театр как харикатху. That nobody can suppress me. 100% confident that I am going to seek benefit for you. So I have no weak point. Я уверен, что я могу принести вам несомненное благо. У меня есть такая 100% уверенность, что я могу принести вам благо. So confident. Я уверен в этом. И если я совершаю служение моей Гуруваги, то у нас должна быть такая непоколебимая уверенность в этом. И вот Судама Випра думал снова и снова, что мой друг настолько милостив, то, что он говорит, что и он подумал, что если я дам какое-то богатство Судаме, то Судама может забыть меня, и поэтому он мне ничего не дал. Харати нимеша кало сарвам мая мая идам акхилам хитва брахма падам правиша бидитва. Try to remember. Пытайтесь вспомнить, в жизни нестабильно, не вечно. Когда мы видим, что кто-то умирает, но оставшиеся люди думают, что будут вечно жить, хотя они тоже умрут, но неизвестно когда, и поэтому мы должны быть осторожны о подлинном Харибаджане, под именем подлинного Харибаджана, не идите в неправильном направлении. И вот Судама Випра всю дорогу думал, насколько милостив Кришна к нему. Хотя Судама беден, Парамахамса, вы знаете, он нишкинчен, у него нет никаких надежд. Если кто-то дал что-то, он принимал, не дал, он не обижался и не требовал ничего. How I can run my Goshala? Bhagavan will run. It is not my headache. Bhagavan can run everything. Somehow somebody can. So adhano ayam dhanam prapo maddan uchchayer namaspare iti karuni kanunam dhanam me aburinadata. It is written. И вот говорится, it is written, iti tat chintayantaha, iti tat chintayat antaha prapto nijo grihantikam. Oh, sorry, I am speaking in the next line, sorry. Adhano ayam, the line is that, Adhano ayam dhanam prapo madhyat uchchayer namam smarit iti karuni kanunam dhanam me avarinadada. Bhagavan, now with this conception, Krishna surely not going to give some money. И вот Кришна, и вот Судама думал с такими мыслями, Кришна не дал мне никаких денег. И вот, когда он дошел до своего дома, он не узнал его, не нашел точнее, где мой этот старый сломанный дом. Вот был тут, но ничего нету. И где же моя хижина? У него была какая-то глинобитная хижина. What is this? All around plane. Biman, you know, chariot.
И вот он, когда пришел, был удивлен такому богатству, великолепию, это здание сияло, как солнце луна, что это. Кимидам кашова станам катам тад идам ити абхут. Where from this place building coming? It is my place, I know, in the village. Я знаю, это моя деревня, но где же мой дом? Если судам думал. Ити чинтает антаха. By thinking this. И вот думаю таким образом. This way thinking. And going to approach the building. Он подошел к этому зданию и думал, что точно не его здание. Антаха прапто нижо грихантикам, just approaching the building, which is emitting light like sun god and moon god. Suryan, like fire. If I just know, not actually fire. Don't think it's fire. Like fire. И вот это здание, оно сияло как огонь, но таким прохладным светом. It is written, iti chintayat antaha praptu nijo grihantikam suryan alindu shankasahir vimani sarvato vritam. All like fire, sun god, a moon god, all different kind of Bhiman. Follow. Canada Airlines or Lufthansa Airlines, different kind of plane. И вот у его этого здания стояли виманы, летательные аппараты. But there, different kind of plane, all around. It was so nice, decorated. Plane, Bhiman, Bhiman. Bhiman is a Bengali meme, English is plane. But I would speak, it is chariot. Because that time there was no petrol. Or maybe petrol, who can say? Стояли какие-то колесницы. So he is watching all around, there's big opulences all around. And not only that, but also Bichitro Upabana Dhanai. Beautiful, beautiful, beautiful decorated gardens. Bichitro Upabana Dhanai. Bichitro mane decorated, tasty decorated, very beautiful. Bichitro Upabana Dhanai. Upavan, sub forest. It Upavan means there is no tiger, but it's all in Upavan. Upavan actually Upavan means sub forest. It is not main forest. И вот там были Упаваны, это такие не леса, а такие лески, небольшие леса. Birds and beasts can move around. They can enjoy. Сады, по-английски subforest. И такие, в общем, сады небольшие. Forest and garden, decorated garden, those are key anywhere. Но можно видеть, что у многих царей были такие, в дворцах были сады или леса небольшие. Я был в Раджастане, в Химачале. Поскольку Враджамандал это все захватывает. Враджамандал, большая Враджамандал Парикрама, она вокруг, не вокруг, а внутри Раджастана, Харьяны, Уттар-Прадеша. When I reach Rajasthan, I mean Bharatpur king. You heard the name of Bharatpur? Там Bharatpur. Кто-то мог слышал название? Был великий преданный там. Я этот и он построил красный Bharatpur Raj. Он царь Bharatpur. Он построил красный Говинда мандир. И там он жил в большом дворце. Garden. Там был огромный сад. And there was big, big diamond. Eh? Big, big diamond. All jewels. One jewel is 1 crore rupees.
И этот дворец его был украшен большими бриллиантами, лунными камнями, солнечными и прочими драгоценностями. Но потом какой-то мусульманский царь пришел, все разграбил. Да, в общем, в этом, в этих стенах, украшенных этими драгоценными камнями, одни отверстия остались, поскольку какой-то мусульманский царь напал и вытащил все драгоценности. И там еще был какой-то особый большой храм, дворец для божеств. Внутри этого его дворца был дворец для божеств. А внутри форт, Fortulium, Calcutta, Delhi. In Allahabad, you know, go, there's a fort, you can find. Fort means there's a king, they arrange a fort all around water. Там вокруг форт был построен этот фортификационное сооружение, чтобы эти для обороны. If any enemy coming, they cannot see, because in fort I can see with hole. One hole is there. I can see where is enemy coming, and where enemy cannot see me. This is called fort. Calcutta Fortulium, you can go. В Индии можно найти много фортов по всей стране, в Калькутте, в Дели Красный форт, в Аллахабаде. Еще во множестве мест эти фортификационные сооружения. Those lakes, no? Full of lotus flower. Там были озера, полные цветов лотоса. Full of flower all around, and birds flying different kind of. You have seen colored bird? И там различные цветные птицы плавали. Artist, you know? One bird. И пели. Hundreds of color in the body. There is blue. И летали. Ну, можно видеть некоторые. В Индии бывают такие цветные птицы, попугаи в частности. Во Вриндаване, когда я один совершал парикраму, я наблюдал, насколько все прекрасно. Я хотел обнять этот Вриндаван Дам. Настолько все прекрасно, но там достаточно сложно ходить пешком. Камни постоянно попадаются, острые камни, колючки на дороге. I can stop here today. Вот у нас сегодня конец. Бичитро упобанат даны куджат диджо кулакулой пратфулло кумудам бхожо кальяро утпало барви джустам салан критой пунгвис стривисчо харинай харинакшеви Кимидам кашубастанам катам тад идам ити абхут. How this became? Where from? All different. Откуда это появилось? Very beautiful guard. They are moving around. Where from they? They are all decorated with ornament everything. Охранники, которые это все охраняли, они тоже были украшены украшениями. Они были подобны спутникам Господа на Вайкунтхе. И этот бедный Судама думал, как же зайти внутрь. Если мы не совершаем настоящие бхакти, то как мы можем обрести удовлетворение?